Чтобы снять эти кадры, за последние полгода пришлось дважды побывать в Афганистане. Нас отговаривали. Снять уничтожение маковых полей не получится. Найти крестьян, которые покажут свой урожай, шансов почти нет. И главное, не удастся получить ответ, кто же стоит за наркотрафиком в стране, где уже 14 лет расположен военный контингент НАТО. Все же нам удалось справиться с задачей, хотя и не без приключений. Это означает, что операция прошла весьма... Самое трудное для любого, кто сегодня приезжает в Афганистан, это понять, куда, начиная с 2001 года, ушли более 7 миллиардов долларов, которые США выделили на борьбу с афганским героином. Если то, что мы увидели в центре Кабула, и есть основная антинаркотическая агитация, то тогда понятно, почему площадь маковых полей с каждым годом лишь возрастает. В тот день мы уже заканчивали съемки так называемой «Стены против наркотиков», когда раздался телефонный звонок. Это был Саид, тот самый парень, которому мы накануне помогли устроиться в наркологическую клинику. Yes, never breach. We will be waiting for you. Ну, приехали. Саид, которого мы сдали в этот госпиталь добровольно, сбежал. Сейчас звонил, сказал, что он опять около моста и хочет встретиться. Наверняка нужны деньги. Через час мы вновь, уже в третий раз за последние дни, выехали в район Поли-Сахта, где в Кабуле собираются наркоманы. Саид в этот раз отказался от интервью. Он сбежал из клиники и теперь просил только об одном – дать ему денег якобы на дорогу домой. Нужно было признаться самим себе. Идея помочь Саиду излечиться от наркозависимости потерпела крах. Он вновь возвратился на старое место к старым знакомым. Впервые за последние годы знакомые здесь слова «наркотрафик», «коррупция», «терроризм» удалось зарифмовать. Правда, исполнителям афганского социального рэпа уже пообещали. За слова ответите. Каждый раз, когда я выхожу на концерт или на интервью, когда, например, стою в пробке, я испытываю страх, потому что, возможно, в соседней машине едет смертник. Но я никогда не боялась смерти, потому что, как говорят, где бы ты ни был, смерть все равно тебя настигнет.
Четвертый день нашей командировки в Афганистан. Рано утром получаем сообщение. В Кабуле очередной теракт. Смертник взорвал машину у ворот американской базы. Ни один военнослужащий не пострадал, но погибли трое случайных прохожих. Старый или от сегодняшнего взрыва? Это новый. Сегодняшний, говорите? Покажи. Мы здесь таких много нашли. Шансов выжить фактически не было, потому что вся бомба была начинена вот такими вот железными острыми частями. Держи. Местные ребята за небольшой бакшиш предлагают снять не только части бомбы, но и остатки человеческого черепа, которые нашли рядом с эпицентром взрыва. О произошедшем говорят как о чем-то обыденном. Привыкли. Больше всего пострадали жители дома, который находится прямо рядом с американской базой. Здесь не осталось ни одного целого стекла, а внуки хозяина дома получили осколочные ранения. Скажу вам, что здесь не только американцы. Здесь находятся представители более 40 стран. И все заявляют, мы служим на благо Афганистана. Но теперь мы уже не знаем, кто здесь занимается службой, а кто предательством. Вот завтра мы должны поехать по этому маршруту под Джалалабад, именно этой дорогой, чтобы снимать крестьян, которые выращивают мак. Настроение, конечно, не очень. Африка. На следующее утро мы покидаем Кабул. Едем на восток страны, на удачу. Все деньги, выделенные на командировку, пришлось взять с собой. Это огромная для Афганистана сумма. Мы уже убедились, человеческая жизнь здесь стоит куда меньше. Движемся на восток. Город Джалалабад находится недалеко от границы с Пакистаном. Конечно, дорога небезопасная, хочется передвигаться быстрее. Но сейчас это невозможно, потому что дождь, а по дороге мы видели несколько аварий. Парадоксы: быстро, небезопасно, ну и медленно, двигаться тоже неспокойно. По требованию нашего водителя Аму пришлось купить на рынке шарф и национальную шапку, чтобы не было понятно, что в машине едут иностранцы. Здесь большинство не любит такие форменные или официальные одежды. И реагируется на такую одежду, как будто ты из чужой страны, или государства, или кто-то сразу замечает и мешает, или что-то опасно. До Джалалабада удалось добраться без приключений. Утром появляется возможность рассмотреть город с верхних ярусов гостиниц. Отель, в котором мы остановились, называется «Белый дом», но он почему-то больше похож на Капитолий. Еще более интересную информацию узнает от местных жителей наш водитель. На какие именно средства построен местный «Белый дом»? Деньги заработали на наркотики и строили такой «Белый дом». Слушайте, а полиция тоже в курсе? Полиция, даже народ, все. Все знают, да? Все заняты, откуда это деньги заработали. На деньги от героина и мака, Белый дом. Символично. Очередной бакшиш, и через полтора часа мы уже на поле, которое сегодня собираются засеять маком. Нам разрешили снимать здесь не более 3 часов. И выделили для интервью братьев Эхнасулу и Изабулу Джабархель. Оказалось, крестьянам сеять здесь мак не только выгоднее, но и удобнее, чем те же зерновые. Пшеничные поля обязательно должны находиться рядом с водой. В течение сезона их нужно обильно поливать. А мак можно посеять и забыть. До того момента, как он созреет, и из его сока можно будет получить опиум. Вот это вот семена мака, их смешивают с землей, и обычно килограмма семян мака хватает для того, чтобы засеять целый гектар.
В целом, с поля у нас выходит 18-20 килограмм опиума. Кто-то покупает в долг, кто-то сразу оплачивает наличными. Мы продаем 1 килограмм по 7-8 тысяч афгани. Это около 120 долларов. Как мы узнали позже, братья прибеднялись. С одного гектара они собирают не 20, а минимум 30 килограммов опиума. Несколько лет назад для Афганистана разработали специальную антинаркотическую программу, которая с треском провалилась. Крестьянам предлагали добровольно выдать места, засеянные маком, и за это получить деньги. В итоге предприимчивые афганцы вместо одного гектара начали засеивать маком 3. За добровольно уничтоженные получали деньги от государства, за 2 других, на которых благополучно вызревал урожай, от покупателей. Выгодный бизнес. Сейчас уже весь урожай мака собран. Нам показывают, как обычно получают опиум – основное сырье для производства героина. Все инструменты в доме надежно спрятаны, если вдруг нагрянет полиция с обыском. С утра берем маковую коробочку, на которой накануне сделали надрез, и соскребаем сок. Вот так мы это делаем. Еще несколько дней сок отстаивается вместе с листьями, пока окончательно не сгустеет. После этого опиум уже можно продавать. Если бы на своем поле братья сеяли пшеницу, а не мак, их заработок сократился бы минимум в 10 раз. Те 3000 долларов, которые мы заработали, уже пошли в дело. На эти деньги мы купили кирпич. Дом стал слишком тесен. Надо расширяться. В прошлом году урожай был небольшим по сравнению с нынешним годом. В этом году было много работы, и урожай получился побольше, и доход увеличился. В семье Джабархиля 11 детей, и все процедуры по переработке сырца опиумного мака происходят на их глазах. Я стараюсь, чтобы дети не пошли этим путем, не стали сами наркоманами. Вы боитесь этого? Да, мы боимся, что однажды они попробуют опий. А как можно этого избежать? Мы и сами хотели изменить ситуацию, выращивать что-нибудь другое, зерно сеять или найти вообще другую работу. Если государство нам поможет, никто не будет засеивать свои поля маком. О том, что ежегодно от афганского героина только в России умирает более 30 тысяч человек, здесь и не слышали. Мы специально взяли с собой из Москвы видеопроектор и запись с изображением наркоманов. Просим, чтобы увели детей. Зрелище явно не для слабонервных. Вы разрешаете детям это посмотреть? Там будет видно, и как в вену колятся, и другие страшные вещи. Нет, все нормально. Посмотрим, да? Да, посмотрим. Потому что кадры довольно страшные. Там всякие... Пусть видят, да? Да. Там кровавые раны. Они разрешают, папы, родители разрешают. Ты знаешь, что наши наркотики попадают потом в другие страны, в том числе и в Россию? Совсем не хотелось бы, чтобы здесь, у нас, творилось то, что, как мы сейчас увидели, происходит в этих странах. Наши ожидания не оправдались. Ни слез, ни сочувствия, ни жалости. Умирающие в муках от афганского героина где-то далеко. А деньги за опиумный мак здесь, рядом. Даже на местных наркоманов, которые расположились по соседству, никто не обращает внимания. Все показывают, и как хранят его, и как сеют, и все это, в принципе, абсолютно открыто. Это мы одно дело сняли открыто, а теперь еще хорошо бы безопасно вернуться и съемку сохранить. Это тоже никто не гарантирует. Из Джалалабада успели выехать засветло. Уже по дороге узнали, что в деревню, где снимала наша группа, вскоре приехали вооруженные люди.
Они спрашивали у местных, знают ли они, кто мы такие и где проживаем. В Кабуле оказались уже поздно вечером. За судьбу отснятого материала было страшно до последнего, пока наша машина не затормозила перед воротами гостиницы. Выспаться не удалось. Рано утром получаем сообщение, задержана беспрецедентная партия сырца опия – 1800 килограммов. Как будто овощи на оптовом рынке, а все это опиумный мак. Наркотики только что доставили на базу Министерства внутренних дел. Вот здесь, кстати, две партии наркотиков. Это урожай нынешнего года опиумного мака. А вот это прошлогодний, специально выделенный разным цветом. 1800 килограммов вот в кузове такого небольшого грузовика. Это тоже афганское ноу-хау. Этот замок означает, что товар идет без посредников. Сразу от производителя к покупателю. Обнаружили наркокурьеров на блокпосту, используя уже знакомый нам метод. Положили руку на сердце подозреваемого, сработало. Вскоре выяснилось, грузовик, перевозивший наркотики, выехал из-под Джалалабада, откуда мы вернулись накануне. С одной стороны, реальная хорошая работа афганских полицейских, а с другой стороны, мы понимаем, что задержаны только непосредственные исполнители. А вот кто стоял за этой операцией, кто отвечал за весь наркомаршрут, скорее всего, они так останутся неизвестными. Причем тоже неспроста. Время паковать чемоданы. Сразу после этой съемки нам нужно было в аэропорт. Мы улетали из Афганистана, чтобы вернуться сюда вновь через полгода. Теперь главное другое, чтобы все те герои, которых мы снимали, были живы, потому что многим из них уже угрожали. В общем, будет что поснимать весной, чтобы главное все встретиться. Давай. В нашей команде новый оператор. Стас впервые в Афганистане, все, что он здесь видит, кажется ему необычным. Мы же не заметили за время отсутствия ничего нового. То, что действительно изменилось, не бросается в глаза. Здесь появились боевики террористической организации «Исламское государство». Все больше боевиков, которые раньше считали себя талибами, поднимают черный флаг и входит в ряды ИГИЛ. Ежегодно до 30% военнослужащих Министерства обороны и Министерства внутренних дел дезертируют из своих подразделений вместе с оружием, вместе с обмундированием и переходят на сторону повстанцев. При этом половина из них занимается незаконным оборотом наркотиков и наркопроизводством. Боевики ИГИЛ, террористической организации, запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России, уже несколько раз были замечены на востоке Афганистана.
Именно туда мы сейчас вынуждены ехать, чтобы вновь встретиться с крестьянами, братьями Джабархель. Так, сейчас внимательно смотрим. Ну, вот здесь мы остановили. Вот, да, он точно, здесь, да, забор. Да. Вот забор, вот. А вон там их дом, да? Да, во. Все, вот, как и в прошлый раз, останавливаемся здесь. Мы планировали сразу после встречи выехать вместе с братьями на их маковое поле, чтобы снять главный в нашем фильме эпизод и успеть вернуться в гостиницу засветло. Подготовимся. Так, да, давайте, я, наверное, встану. Все, я включил. Готовы? Откройте. Можете с нами немного поговорить? Хотели задать несколько вопросов. Мы уже были у вас раньше. Слышите меня? Здравствуйте. Вы нас узнаете? Можем войти? Можно войти? Говорит, съемка нельзя. Мы же снимали, он помнит нас? Папа, ради которых мы в прошлый раз здесь были, их поймали полиция, и их урожай сейчас уничтожают, сегодня или завтра. А можно мы на это поле сейчас съездим до полиции? Никак нет. Эти джазанес? Вообще не разрешают. Да, все, что нам остается снимать, это детей сейчас. Тут даже двое детей. Двое детей спят. Мы оказались в замешательстве. Было непонятно, что делать дальше. Через переводчика попросили одного из старейшин этого семейства уговорить братьев Джабархель поехать с нами завтра на спецоперацию, где будут уничтожать их маковые поля. Старейшина согласился помочь. На дорогах, ведущих к границе с Пакистаном, уже неделю дежурили полицейские. В машинах искали тайники с наркотиками и оружием. Среди последних находок – пистолеты около 2000 патронов к автоматам и пулемету Калашникова. Нас пообещали взять с собой на рейд по уничтожению мака. Попросили об одном – никому не рассказывать о времени и месте проведения предстоящей операции. В 6 утра мы выехали из Джалалабада в сторону государственной границы с Пакистаном. Несколько полицейских машин с пулеметами. Все это больше напоминает войсковую операцию. Однако в дороге даже пришлось сделать остановку, чтобы подождать подкрепления. На мой вопрос, что же нас ожидает, мне ответили. Примерно вот это. Накануне несколько полицейских были ранены. Здесь, начиная с весны, идет скрытая война между местными властями, талибами и боевиками ИГИЛ за контроль над территориями. Уезд Шинвари. Приехали. Ходить здесь тоже нужно осторожно. Нас предупредили, что наркоторговцы специально оставляют мины. И вчера уже на них подорвалось несколько человек. Издалека было непонятно, где же поля, которые сейчас будут уничтожать. Оказалось, цветки мака бывают 4 цветов. В этом районе они белые. На всю операцию выделяется не больше 2 часов, пока информация не просочилась талибам или их особо ретивым конкурентам из ИГИЛ. И тех, и других местные жители боятся куда больше, чем полицию. Самое трудное было найти крестьян, которые помогли бы уничтожить эти маковые посевы. Все боятся, потому что здесь основной заработок – это мак. Там, где растет мак, нет вообще никакой государственной власти. Вскоре мы увидели наших старых знакомых братьев Джабархель. Информацию о своих полях они выдали добровольно, поэтому претензий к ним со стороны властей нет. Во всяком случае, это официальная версия.
Почему нельзя было подождать и арестовать тех, кто собирал бы уже созревший мак, так и осталось загадкой. Знаете, какой убыток у вас в этом году? В этом году примерно... В долларах. В долларах? Примерно 5-6 тысяч. Особого расстройства в связи с предстоящими финансовыми потерями братья явно не испытывали. Не исключено, что где-то невдалеке отсюда у них еще несколько таких полей, о которых местные власти не догадываются. Или делают вид, что не догадываются. Глава уезда Шинвари в этой деревне редкий гость. Без автомата и охраны не появляется. Его встреча с местными крестьянами больше напоминает разговор учителя с провинившимися учениками. На языке местных чиновников это называется профилактические беседы. Дядя, подойди-ка сюда, поговори с нами. Почему ты посеял мак? Это поле не наше, других людей. А эти люди почему сеют? Потому сеют, что глупые, не понимают, что творят. Ты доволен тем, что мак уничтожают, или огорчен? Ну тут такое дело, каждый в душе огорчен. Но кто его не сеял? В то время как полицейские подсчитывали количество уничтоженного мака, мы решили сделать последние кадры перед отъездом. Но этот эпизод так и остался незавершенным. Ну, самый раз, полиция, отсюда начнем, перейдем. Все, готов? Ну, давай сюда перейдем. Стас, время-то мало, давай, отсюда прям начнем, и все, поехали уже. Все ждут. Можно? Прям с первого дубля. Давай, да. По традиции, когда наркооперации заканчиваются удачно, полицейские привязывают к радиатору вот такой маковый букет. Это означает, что операция прошла весьма... Что за дела? Все, идем. Этот эпизод, не успели попрощаться с главными героями. Выбора нет, мы возвращаемся в Джалалабад. Через час мы уже были на полицейской базе в Джалалабаде и осматривали потрепанные машины сопровождения. В прошлом году за первую же неделю спецоперации погибли несколько полицейских. В этот раз двое раненых и дырки от пуль на лобовом стекле. Непонятно, кто стрелял по нам – обиженные местные или наркоторговцы, талибы или боевики ИГИЛ. Две наши машины были обстреляны. Та, что сейчас в мастерской, в лучшем состоянии, чем машина за моей спиной. Это сильно пострадало под обстрелом. Наша спецоперация, если Бог даст, будет продолжаться еще месяц. Это был последний день командировки. Мы испытывали двойственные ощущения от того, что увидели. С одной стороны, реальные итоги работы афганской наркополиции, с другой – местная власть, с которой всегда можно договориться за больше или меньше бакшиш. В этом году ожидается рекордный урожай опиумного мака. Из его сырца можно будет изготовить около 800 тонн героина. Мы уезжали, осознавая, что впереди очередной передел рынка наркоторговли. А это новая война и новая кровь.